Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем региональном центре Гренвиль. Сегодня мы вместе с вами совершим виртуальную прогулку по нашему центру, посмотрим на все новое, красивое, актуальное, что было в нашей поставке. И начать обзор я хочу с невероятного растения, которого у нас давно в наличии не было, которого все очень ждали, все очень хотели, очень много было запросов. Это атмосферная орхидея Ванда. Посмотрите, какая она красавица, какая у нее шикарная корневая система, очень богатая, развитая корневая система, чтобы хорошо начерпывать влагу, чтобы долго ее в себе задерживать. Орхидея Ванда очень хорошо растет как в закрытой корневой, в закрытой системе, то есть в подобие таких ваз, так она и хорошо будет расти и без стеклянной вазы. Просто самое главное ее тогда почаще опрыскивать корневую систему из пульверизатора, чтобы не было недостатка влаги. Ну а также ее можно, как и простую орхидею фаленопсис, посадить в хорошее просторное кашпо, желательно также прозрачного или полупрозрачного типа, и использовать грунт именно крупнофракционный, в котором очень хорошо будет она расти. Посмотрите, разнообразие цветов у нас очень интересное. То есть вот такая фиолетовая, интересная, сетчатый окрас. И вот такой нежный, кремовый оттенок, зеленой. В наличии они есть. Успевайте заказывать их на нашем сайте seaflowers.ru или звонить, писать в наши чаты. Сейчас Ванда у нас идет по цене 5998. Также своим цветовым разнообразием у нас радуют миксы. Они у нас сейчас идут по 959 рублей. Посмотрите, какие все интересные, какие все необычные. В наличии очень много их и сортов, и расцветок, также и штучек их много. Приезжайте, обязательно выбирайте. Также очень интересное поступление у нас было фаленопсис желтый White Ice по 1698 рублей. Они с двумя цветоносами. Очень много сейчас бутонов, которые раскрыты и которые еще раскроются. Посмотрите, какая корневая система. Очень хорошая корневая система. Просто шикарная. Два цветоноса. Просто прекрасный экземпляр, как для подарка тем, кто любит орхидеи, и там, чтобы их подарить, и как себе обязательно купить свою коллекцию, у кого такой еще нету. Также по сортовым у нас еще, посмотрите, вот такой идет биглип гибрид. Он трехствольный, три цветоносика, тоже хорошая корневая система. Посмотрите, какая у него интересный цветочек, какая бородочка у него. Это гибрид мультифлоры и биглипа. По оптовой цене сейчас он идет за 1899 рублей. Также шикарный представитель биглипчика у нас идет вот такой фаленопсис Агнес. Глубокий цвет, шикарная оборотка, два цветоноса, такая же хорошая корневая система. По оптовой цене 1799 рублей. Посмотрите, какая красавица. Фаленопсис мариола, двухтаковая. Шикарный у нее идет окрас. Очень много бутонов, которые у вас еще дома обязательно раскроются. Тоже хорошая корневая система. Хорошие листья, здоровые. Будет идеальным дополнением в вашу коллекцию за 1799 рублей. Посмотрите, какая красавица. Это у нас идет король-далматинец, биглип, двухтаковый. Посмотрите, какой он шикарный. Сколько много у него еще бутонов, которые раскроются у вас дома. Также посмотрите на корневую систему. Хорошая корневая система, хорошие здоровые листья. По оптовой цене 1899 рублей. Посмотрите, какое цветовое разнообразие у нас идет в экстрамиксе трехствольном. Три ствола с богатыми цветами.
которые очень долго будут вас стоять, радовать. Все цвета разные, необычные. Какой такой красный коралловый, невероятный оттенок. Очень много цветов у него. Хорошая корневая система, богатая, жирненькая. Пятнистый такой невероятный окрас на трех цветоносах. Также смотрите, на каждой орхидее всегда идет вот такой евразийский паспорт, на котором еще обязательно указано, как правильно ухаживать за орхидеей, как часто ее поливать, и все нюансы, такие самые легкие по уходу, которые вы сможете всегда увидеть, всегда посмотреть, как такую маленькую шпаргалочку. Ну, те, кто более углубленно стараются именно заниматься выращиванием орхидеи, они обязательно знают то, что нюансов гораздо больше. И для того, чтобы у вас было и более продолжительное цветение, более обильное цветение, есть свои определенные нюансы, которые вы также можете всегда узнать в интернете. Вот такие миксы у нас сейчас идут по 899 рублей. Смотрите, пришел вот такой красавчик. Фаленопсис Вольтера. Приятный нежный оттенок, желто-зеленый такой с легкой крапинкой, которую можно рассмотреть. Хорошая корневая система. Также посмотрите, абсолютно здоровое, классное растение. По оптовой цене 1698 рублей. Продолжаем наш обзор на мультифлорках орхидеях. Посмотрите, какие они все обильно цветущие. Какая у них у всех хорошая корневая система. Они однотаковые. Хорошие здоровые листики, много цветочков. У нас сейчас очень интересные все розовые окраски, довольно нежные, приятные. По оптовой цене 819 рублей 98. Смотрите, у нас есть два вида цены: есть оптовая, есть базовая. При посещении нашего центра, когда вы делаете одноразовую покупку на 5000 рублей, у вас на кассе сразу идет перерасчет на оптовую цену, и вы сразу получаете оптовую карту. То есть все свои дальнейшие покупки вы уже можете совершать по оптовой цене, вне зависимости от количества товара. Также сейчас в апреле у нас действует акция в нашем центре флористическом Гринвиль по адресу Северный проезд 9. При посещении с 6 и до 8 вечера у нас все товары по оптовым ценам, вне зависимости, есть у вас карта или нет. Так что в течение апреля всего мы ждем вас в гости на счастливые часы, чтобы вы успели приобрести абсолютно любой товар, который вас интересует, который вам очень нужен или который вы очень сильно хотите, по оптовой цене. Также к нам пришла вот такая мультифлорка орхидея розовая, она двухтаковая. Очень обильно цветущая. Еще много бутончиков у нее есть, которые раскроются у вас дома. Хорошая зеленая корневая система. По оптовой цене 919 рублей. Следующая у нас идет сортовая орхидея Дебора. Она у нас идет двухтаковая. Посмотрите, какой глубокий темный оттенок у нее идет. С аккуратненькой розовой каемочкой. Какой просто красивый и классный каскад. Хорошая корневая система, хорошие листья. Обязательно нюанс при выращивании всех фаленопсисов – это именно пересадка их в будущем в прозрачные горшки, потому что у них корни участвуют в фотосинтезе, им обязательно вот это вот нужно соприкосновение солнечного света, солнечной радиации именно с корнями, для того, чтобы был хороший здоровый рост именно у самого полностью растения. Также, смотрите, у нас очень интересные были в поступлении всем известные дендробиумы. Это уже считается более как травянистый сорт орхидеи. Сейчас он у нас идет по 998 рублей, двухтаковый Аполлон. Дендробиумы все, они ароматные орхидеи, они источают очень тонкий приятный запах, сладковатый. Вот, допустим, у дендробиумов и у всех других травянистых орхидей не обязательно их выращивание в прозрачных горшках, потому что корневая система у них идет не эпифитная, она простая, у них идет мочковатая, поэтому при выращивании можно использовать уже абсолютно любое кашпо, горшок, который вам абсолютно нравится, подходит под интерьеру, и не обязательно их брать прозрачные или полупрозрачные. Посмотрите, какой у нас есть сейчас наличие красавчик.
Это у нас идет орхидея Papilopedium, американский гибрид. Такой невероятный. У него идет цветок довольно крупный. У нас осталось сейчас немного, так что успевайте оставлять заявки, писать нам, чтобы приобрести, забрать последних красавчиков. По оптовой цене 1599 рублей. Также смотрите, у нас пришли очень красивые, такие интересные орхидеи цимбидиумы. Посмотрите, какие у них даже разные окрасы. У кого-то бородка идет ярко-розовая, у кого-то такая более бледная, насыщенная. Довольно тоже неприхотливое растение, которое можно выращивать в темных горшках. Хорошо будет расти у вас на хорошо освещенных подоконниках. Самые лучшие варианты — это у нас идут западные и восточные окна. На южных окнах, к сожалению, они будут у нас гореть, листики, потому что листики у них очень нежные. Такие цимбидиумы сейчас у нас идут по 1698 рублей оптовые. Продолжаем наш обзор на декоративно цветущих. Это у нас идет уже, смотрите, розы. К нам пришло очень интересное поступление роз. Это от наших российских поставщиков. Розы карданы. Довольно хороший сорт, неприхотливый. Прекрасно будет расти у нас в садах. Хорошо зимуют, но также их можно выращивать и на подоконниках. Оптовая цена у них идет 449 рублей. Дальше у нас, смотрите, хризантемки, кустовые хризантемки. Очень красивые, интересные. Хороший микс. Оптовая цена хризантемы у нас идет вот такое за 285 рублей. Потом есть вот такой белиссимо микс. Посмотрите, какой суперский окрас. Очень нежный, приятный. Есть такой, можно сказать, коралловый, лососевый, такой очень нежный. Вот такой коричневый. Невероятный оттенок. Хризантемы белиссимо микс по 299 рублей. Одноголовые такие суперновые миксы. Есть нежно-розовый, есть вот такой малиновый оттенок. И самый обычный, чистый, кристальный, белый. По оптовой цене идет он у нас за 646 рублей. И самый обычный, хризантема Crystal Mix. Очень красивые цветы, очень объемные. Посмотрите, и окраски разные, очень хорошие, все качественные. Хорошая зелень, хорошие цветы. За 499 рублей. Посмотрите, какое у нас невероятное поступление. Какая пышная красавица. Какой шикарный рододендрон космополитан к нам пришел. Посмотрите, какой он невероятный. Сколько много у него побегов. Еще цветоносы, которые будут у вас обязательно цвести. По оптовой цене 2,125. Он вообще... переносит морозы до минус 30 градусов, то есть в наших условиях можно его выращивать, только обязательно нужно будет его укрывать и защищать. Если у вас такое открытое пространство у вас на участке, то нужно обязательно делать ему еще защиту от ветров и желательно тогда снегоудерживающие делать конструкции, чтобы он лучше сохранялся у вас зимой. Он может вырастать в объеме до 2 метров. Такой прекрасный весенний куст, который будет у вас обязательно цвести. Также еще мелколистный рододендрон Хина Кримсон. Такой же вот он тоже идет. Он у нас идет листопадный. По оптовой цене 599 рублей. Потом у нас пришли вот такие шикарные азалии на стеме. Посмотрите, какой у нее суперский просто оттенок цветов. Двухцветный. Такая хорошая пышная крона. Красиво сформированный стем. Можно сказать, как мини-бонсай. По оптовой цене 977 рублей. В наличии у нас сейчас становится все больше и больше гортензий крупнолистных. Magical сапфиры. Вот эти более маленькие у нас идут по 499, вот эти уже крупные у нас идут по 998. В наличии их сейчас становится все больше и больше, окрасы тоже довольно разные, так что вы приезжайте, покупайте, приобретайте. Тимполии,
фиалочки. Сейчас они у нас идут двух размеров. Более маленькие по 239 рублей оптовая, побольше по 449. Окрасы разные, очень интересные, от нежно-розовых до глубоко-фиолетовых. Также у нас начинается сезон уже приближения все дачных, садовых ассортиментов. Это у нас диантусы, обильно цветущий, нежно-розовый. Суперский вариант, который будет у вас хорошо расти как и в клумбовой посадке, так и в кашпо. Будет хорошо сидеть, будет цвести на протяжении всего лета. Кустик компактный, обильно цветущий. По оптовой цене сейчас они у нас идут от 365 рублей. Также смотрите, у нас начинают поступать герани королевские, пеларгонии. Вы тоже начинаете все чаще и чаще про них спрашивать. Вот уже сезон начался. Посмотрите, какой у нее отличительные особенности королевских гераний. То, что у них идет вот такой махровый резной лист. И такие необычные варианты окрасов. Сейчас по оптовой цене они у нас идут за 467 рублей. Также посмотрите, какие невероятные экзотические варианты к нам пришли. Это у нас идет мандевилла. Или диплодения по-другому. Рио Пинк. Это у нас идет как кустарниковая лиана. Довольно хорошие у нее идут побеги. Очень много у нее и бутонов, и стволов, которые у вас будут в дальнейшем разрастаться в прекрасные кусты. По оптовой цене 599 рублей. И экзотическая красавица у нас идет. Это бугенвиллия Элизабет. Только сейчас один оттенок у нас в наличии. Такой королевский фиолетовый, очень глубокий, прекрасный цвет. Вот такой сформированный на штамбе. Сейчас у нас идет по оптовой цене 1445 рублей. Говоря про ассортимент летних растений, которые можно выращивать у нас на дачах, в кашпо, либо в открытый грунт даже высаживать, прекрасные варианты. Это у нас сейчас появилось в наличии фуксия, Bella Mix. Она вот у нас идет в разных оттенках. Это можно по стаканчику смотреть. То есть фиолетовый оттенок, красный. Также есть розовые оттенки. По оптовой цене 255 рублей. Фуксия это у нас идет более карликовый Bella Mix. Высотой до 20 сантиметров. Такой будет компактный, обильно цветущий. Все лето у вас очень хороший цветок, который в дальнейшем можно занести себе в дом. Он будет у вас расти на подоконнике. Самое главное выбрать ему прохладненькую комнату, либо поставить на холодное окно, потому что он тогда лучше сохранится у вас до следующего года. Дальше из просто невероятно прекрасно цветущих растений, ароматных, шикарных, это у нас идет гордения. Сейчас вот гордения у нас идет в таких 13-х диаметре, такие кашпо. Они, посмотрите, у всех есть бутоны, которые у вас будут цвести и источать просто шикарный, невероятный запах, который просто будет сводить вас с ума. По оптовой цене 679 рублей. Продолжаем наш обзор на экзотических растениях. У нас довольно хорошее было поступление эхимей. У нас три сорта их сейчас в наличии. Это вот эхимея премьера. Сочный зеленый лист с сезом. Таком серый пыльный налет, естественный налет, который образует листья. Он стирается, но со временем он восстанавливается. Но лучше как бы ее оставить ее аккуратно с этим налетом, потому что он смотрится очень декоративно, очень красиво, очень мило. И семейство бромелиевых, то что все прекрасно знают, то что это цветет мать, в дальнейшем будут цвести только вот детки, которые будут вылезать у нее вот такого плана. Такая вот эхимея, такой окрас у нас сейчас идет по 994 рубля. Потом есть вот такая шикарная эхмея. Тайонсис. У нее очень такой сейчас маленький, но такой красновато-пыльный цветок, который у нее начинает уже наращивать свою мощь, свою красоту. Вот такой сейчас он идет по 824 рубля. И такой невероятный красавец, эхмея. У нее даже вон уже деточки маленькие лезут. Эхмея шантина. Посмотрите, какой темно-зеленый цвет с серыми, такими бело-серыми полосками. Такой хищный окрас, можно сказать, с красным цветоносом по 849 рублей.
Также у нас в наличии сейчас есть стрелицы Николая, одно из самых неприхотливых экзотических растений, которые вы можете спокойно выращивать у себя в комнатах. Также подходит хорошо для офисов. Просто шикарно, замечательно растет рядом с бассейнами. Там, где повышенная влажность, он будет у вас просто бесконечно выдавать новые листья, будет наращивать очень хорошо зеленую массу. Такие сейчас у нас идут по 748 рублей оптовые. Смотрите, какой просто фантастический спатифилум. Diamond Variegata. Какая ярко выраженная у него вариегация. Посмотрите, просто невероятная красота. Сейчас он у нас идет по оптовой цене 1799 рублей. В наличии их осталось не так много. Так что, кто очень его сильно желает, успевайте оставлять заявку в наших чатах или оформлять его через интернет-магазин sipflowers.ru. Продолжаем наш обзор на мужском счастье на антуриуме. Это у нас идет антуриум шерцера. Антуриум шерцера считается одним из самых неприхотливых сортов, которые у вас будут в дальнейшем расти, развивать зеленую массу. Покрывало у антуриумов по мере роста будет становиться у вас все больше. Сейчас у нас в миксах есть очень разные интересные окрасы. Есть как однотонные, есть и такие интересные пятнистые. По оптовой цене 389 рублей. Также у нас очень сейчас интересно есть как Orange Champion сорта. Интересные. А потом миксы. Антуриум миксы. Разные варианты окрасов за 698 рублей. Diamond Red. Маленький, прекрасненький, красненький антуриум. Также посмотрите, шикарные миксы. Просто в одной палете невероятное количество окрасов. От чисто белых до глубоких черных шоколадных. Так что каждый сможет у нас выбрать себе тот антуриум, который ему очень сильно нравится. За 949 рублей. Потом нежный розовый сортовой Pink Champion. За 530 рублей. Невероятный к нам пришел сиреневый Кавалли. Смотрите, какой фантастический оттенок. Глубокий, насыщенный. За 1632 рубля. И посмотрите, какое невероятное у нас поступление было. Шерцера Red. Взрослый экземпляр. Посмотрите, какое у него покрывало. Просто практически полностью закрывает мою ладонь. И вот эти маленькие шерцерки, которые у нас есть, в дальнейшем они тоже все разрастаются в таких крупных, красивых, невероятных антуриумов. По оптовой цене 979 рублей. По декоративно-цветущим заканчиваем наш обзор на семействе бромелиевых. Посмотрите, у нас есть такая врезия стрим. Очень интересный, яркий, огненный такой оттенок у нее идет. 799 рублей. Вот такие миксы. Все просто фантастические, невероятные, умопомрачительные. Такая огненная, яркая, так скажем, экзотика. За 711 рублей, за 748 рублей. Также из бромелиевых у нас сейчас в наличии есть ананасики. Такой маленький прекрасный ананас, который у вас будет сначала наращивать этот плод. Потом в дальнейшем он у вас отсыхает, появляются новые детки, он будет у вас становиться пышнее, и плодов в дальнейшем будет у него появляться все больше. По оптовой цене 1343 рубля. Из новинок у нас такая врезия Астрид. Посмотрите, сколько много на ней именно цветоносов, которые у вас сразу будут, можно сказать, одновременно цвести, потому что очень много хорошо дает большое количество деток. Один кустик. Такое темная зелень, и на этом фоне такие ярко-красные цветы смотрятся очень красиво, очень сочно и довольно неприхотливое, в принципе, как само по себе растение. По оптовой цене 698 рублей. Продолжаем наш обзор на категории декоративно-лиственных растений. Посмотрите, какое у нас хорошее аукционное сейчас предложение. Карделин румба, карделины киви, карделины миксы. Довольно неприхотливые комнатные растения. Они у нас идут односольного типа. В дальнейшем будут они расти вверх.
довольно-таки интересные, классные окрасы. Также у нас есть вот такая сейчас наличие шифлера Кастер. Три стволика, такие аккуратные резные листья, ажурненькие. По оптовой цене 552 рубля. Вот такая прекрасно цветущая Калатея Краката Афора. У нас их сейчас в наличии осталось не так много, так что обязательно успевайте их приобретать. Темный лист, ярко-огненный цветок, прекрасный контраст. Вы можете приобрести в нашем центре за по оптовой цене за 1119 рублей. Также в наличии очень много Калатея миксов, разные окрасы на каждого любителя. Найдет себе здесь абсолютно то, что он хочет. Есть вот такая Калатея Арбифолия за 899 рублей. Есть более взрослый вариант за 1249 рублей. Потом посмотрите, какие невероятные у нас агланемы. Какие яркие листья. Каждый отличается. Чем больше света, тем ярче будет окрас. Так что по поводу света нужно будет позаботиться. Умеренный полив. И у вас она будет расти красивым, шикарным кустом. По оптовой цене 4250 рублей. Как всегда, в наличии у нас хороший выбор диффенбахи. Вот самые маленькие у нас идут диффенбахи и компакты. Хорошенькие компактные кустики за 255 рублей. Которые в дальнейшем у вас будут становиться все больше. Вот это уже более взрослый вариант за 399 рублей. Очень неприхотливое растение, и засухоустойчивое, и теневыносливое. Но если будет недостаток света, единственное, у нее будет меняться окрас в более зеленую сторону. Также сейчас у нас есть вот такая красавица, бертина диффенбахия. Это, можно сказать, карликовый сорт, вырастает там 50-60 сантиметров в среднем. Но очень много боковых побегов, очень хороший будет в будущем пышный объемный куст. По 399 рублей сейчас идет. Также из ампельных у нас сейчас есть маранты. Это у нас идет маранта фасцинатор за 579 рублей. И есть маранта кирховиана, или еще ее называют маранта священная или маранта заповедей. Тоже очень неприхотливые ампельные цветы, которые будут хорошо подойдут для озеленения фитостен. Очень хорошо будет, за счет вот особенно ярких таких окрасов, хорошо будет вписываться. Ну, всем известно, всеми любимая вот такая идет алоказия поли. Довольно хороший, взрослый, такой мощный уже куст. Классные листья, довольно крепкие. По оптовой цене 552 рубля. Сейчас также у нас в наличии есть вот такие прекрасные кодиумы. Это кодиум Excellent за 1147 рублей. Он идет очень такой светолюбивый. Он у нас идет варигатный. Чем больше света, тем больше у него будет интересный, экзотичный окрас. Также у нас есть такие широколиственные кодиумы Петра. По оптовой цене 1147 рублей тоже очень интересные, очень классные. И вот такие и сетоны. Посмотрите, какой невероятный окрас листьев у него идет. Оптовая цена 1275 рублей. Продолжаем наш обзор декоративно-листных фикусов. Из широколистных фикусов и жестколистных эластик у нас сейчас есть вот такой абиджан. Он темно-зеленый. Хороший глянцевый лист, очень неприхотливое растение, которое будет расти у вас при хорошем уходе, при правильном поливе. Очень высокое дерево, будет давать боковые отводки. Очень хорошо подходит для озеленения офисов, очень ценится за счет своей неприхотливости. Также есть фикус Тинеки, это уже варигатный вариант. Именно из-за того, что у него есть белая каемка, при недостатке света вот этот пигмент будет у него исчезать. Так что света ему нужно побольше. Также у нас есть простой вот такой фикус арбуста, всем понятный, всем известный, обычный зеленый, неприхотливый, хороший, быстро растущий. И вот такое было поступление, какая красавица, фикус. Это у нас идет розовая белис, но она у нас сейчас идет как фикус эластикомикс за 994 рубля. Вот такая яркая,
красавица, которая будет ярким пятном, ярким акцентом вашей зеленой истории. Сейчас в наличии у нас есть красиво плетенные, сформированные мелколистные фикусы Бенджамина Нина за 799 рублей. Темный листочек такой, не зелененький листик, белая каемочка. Есть такой же Андреа, тоже плетеный ствол. Он уже такой у нас идет чисто зелененький. Такая компактная, аккуратненькая, хорошая шапочка. Потом вот такой идет фикус Майя. Это уже такой с более жестким листом, более крупный. Тоже плетеный ствол, довольно интересный. Тоже 799 рублей. Также вот такие фикусы Наташа с джутом, как формированный ствол. Аккуратненькая зеленая шапочка за 414 рублей. И также идут у нас кинки и гринкинки. По гринкинке 442 рубля, кинки 499, компактненькие сорта, фикусы довольно интересные, растут аккуратненько и довольно плотной, хорошей шапочкой. Также у нас в поступлении были Twilight, варигатный фикус за 698 рублей. Сейчас они не такие большие, невысокие. Но в дальнейшем он у вас обязательно будет расти, и чем больше света, тем ярче у него будет обязательно окрас. В наличии к нам пришел вот такой вот Sunray Драцена, очень интересный окрас, ярко-желтая серединка, темно-зеленая кайма. Очень такой привлекательный экземпляр, который прекрасно будет смотреться в ярких солнечных комнатах. По оптовой цене у нас сейчас идет за 1419 рублей. Также есть вот такие двухствольные биколоры, тоже довольно интересный, классный окрас. По оптовой цене 1615 рублей. Из драцен также очень хорошие, неприхотливые у нас идут драцены Golden Coast. Они у нас идут более стойкие, менее капризные, нежели чем узколистные. По оптовой цене 425 рублей. И следующее растение, это мое одно из самых любимых растений. Это у нас идет драцена суркулоза. Оно просто поистине, оно неприхотливое. То есть оно очень и засухоустойчивое, и нетребовательно к свету. Чем больше света, тем просто больше будет у нее такой звездный пигмент. Такие пятнышки будут более ярко выраженные. Если света будет мало, то он будет просто такой салатового оттенка. Она очень хорошо укореняется, очень хорошо черенкуется, дает очень активно свои побеги, у нее удлиняются вверх, она может расти спокойно до 2-3 метров в высоту и дает еще из земли хорошие, довольно крепкие новые побеги. И вот такая красавица у нас сейчас идет по оптовой цене 499 рублей. Довольно интересный представитель у нас был в нашем поступлении. Это вот такая роденуахира на интересном сформированном стволе. Посмотрите, какие интересные все. Они абсолютно все разные. Все очень интересные. Довольно само по себе неприхотливое комнатное растение, которое просто декоративно-лиственное. Оно не цветет, но довольно хорошо растет. Довольно классненькое. За 722 рубля оптовое. Также у нас в наличии фатсия. Фатсия — это такое довольно капризное растение, ему нужно правильно подобрать и температурный режим, особенно нужно обязательно поддерживать влажность воздуха, в чем она очень сильно нуждается, и очень аккуратный такой должен быть у нее полив. Фатсии у нас сейчас идут в 12 диаметре по оптовой цене 519 рублей. Также кофе арабика у нас было в поступлении за 527 рублей. И к нам пришли лавры. Их очень все часто спрашивают. Так что вот знаете, сейчас они у нас есть в наличии. По 514 рублей. Довольно неприхотливое комнатное растение, которое будет у вас расти и вверх. Хорошо переносит формирование. Его можно постригать. Он у вас в дальнейшем будет становиться объемным, красивым, пышным кустиком. Также в поступлении у нас были вот такие маленькие селогенелки. Джори по 255 рублей. Одно из самых древних растений, которое сейчас люди культивировали, хорошо растет в наших комнатных условиях. Но лучше всего оно растет в условиях повышенной влажности
и в умеренном свете, чтобы не подсыхало, у него очень тонкая листва. Также аспленум криспивейв, тоже очень растение неприхотливое, из семейства оно также идет папоротниковых. Оно разрастается в довольно большие кусты, у него очень сильно вытягиваются листья. Их можно вместе сажать как групповую посадку, чтобы сразу это смотрелось все очень сочно, очень красиво. Довольно часто используют его при озеленении офисов, фудкордов по 499 рублей. Также к нам пришла красавица Давалия, или ее называют кроличьи лапки, паучьи лапки. Невероятное растение. Очень нравится, довольно оно неприхотливое, не требовательно к свету, но поливать ее нужно довольно часто, чтобы у нее всегда была влажненькая земля, пересыхание грунта не переносит вообще. Оптовая цена у нее идет 639 рублей. Дальше у нас идут платицериумы. Это больше такое, как кустовое растение, которое в дальнейшем у вас дает боковые побеги, а становится куст все больше и больше. Рожки, конечно, у него еще будут становиться больше. Хорошо растет во влажных условиях. Оптовая цена у него сейчас идет 799 рублей. Для всех вот этих растений лучше всего подбирать слабокислую землю, чтобы она была подкисленная, чтобы хорошо у нее усваивались все питательные вещества, и оно само по себе хорошо росло. Дальше, смотрите, к нам пришли монстерки, такие маленькие монстерки в 12 диаметре по 599 рублей. Также, вот смотрите, асплениум. У нас сейчас вот есть парвати за 599 рублей. Хорошенький, сочненький кустик, который у вас будет становиться в дальнейшем все больше и все пышнее. Также есть нефролеписы, обычные папоротники, Green Moment по 599 рублей. Ну и в завершении нашего обзора мы рассмотрим наше поступление из ампельных растений. Яркий, шикарный вариант, очень неприхотливый. Это у нас идет эпипремнум Golden Lotus. Посмотрите, у него какой ярко-салатовый окрас листа. Быстрорастущая, неприхотливая лиана, которая прекрасно подходит для озеленения фудкордов, просто любых помещений. Как хорошо растет вниз ампельно, так и хорошо будет таким же планом виться по колонне. Классная, неприхотливая. По оптовой цене 552 рубля. Также есть вот такие варигатные Marble Queen. Они у нас идут варигатненькие, потому что им обязательно нужно будет побольше света, чтобы поддерживать этот удивительный, невероятно окрас. 499 рублей оптовая. Также посмотрите, у нас пришли вот такие Хоя Кримсон Квин. Ампельное, неприхотливое растение. В дальнейшем, по мере роста, у него будут появляться соцветия, такие зонтичные, хорошие цветы. Они могут быть либо белых оттенков, либо нежно-розовых. Это уже как он у вас зацветет. Такие есть сформированные эпипремнумы за 1785 рублей. По мере роста вы просто ей сверху наращиваете новый ствол и на него его формируете. Будет у вас шикарная, неприхотливая колонна. Такие же вот хои, только маленькие, за 722 рубля. Также у нас были мега популярные сингониумы Arrow, пришли. Компактное растение, растет кустиком, неприхотливое, очень такое хорошее. Прекрасно подходит для озеленения фитостен. Его часто используют. Вот такая вот есть сингониум White Butterfly. Тоже очень классное растение, очень хорошее. И посмотрите, вот какой вот есть уже вариант в подвесном кашпо. Хороший. Богатый куст, очень хорошая зелень. В дальнейшем будет давать очень много боковых побегов, будет становиться у вас все больше, все пышнее. Ну и по мере роста он будет так у вас от собственной тяжести начинать склоняться больше вниз. По оптовой цене он у нас такой сейчас идет за 1275 рублей. Ну и в завершении хочу сказать то, что мы расположены по адресу город Новосибирск, улица Северный, проезд 9. Работаем для вас каждый день с 8 до 8 вечера.
Напоминаю то, что сейчас у нас проходит акция «Счастливые часы». С 6 до 8 вечера у нас абсолютно все товары по оптовым ценам. Будем рады вашим комментариям и лайкам. Всего доброго!